Так, я уже вернулась домой. Заходила еще в магазин. В общем, купила вот такой вот рис прожаренный. Хлебушек столичный. Уже не резной. Нравится мне вот такой вот круглый хлеб, круглой формы. Мне кажется, он вкуснее, чем такой обычный квадратный. Также зашла в палаточку, взяла профитроли. Такие они прям мягенькие, свежие, со сливками. Два молочных коржика. И взяла лук. Надо сразу. Две, думаю, хватит. Вот тут две морковки у меня лежит и лук. Ходила, в общем, за луком. Хочу приготовить плов. Как раз купила рис на плов. Мне нравится делать именно из пропаренного плов. Он не слипается, ничего. Но дети у меня любят наоборот. Из обычного круглозерна, чтобы он такой, знаете, слипшийся был. Мне не нравится. В общем, взяла вот такой пропаренный. Он для рассыпчатый, хороший получается. И мне надо, сейчас достану, вот упаковка мяса у меня есть, свиной шейки, как раз с ней я буду готовить. Димка еще спит, все, больше ничего не было. Опять зимние шапки сюда положу. Так. Ты где был? Я слышу, кто-то шарохается тут. Я думаю, Дима, что проснулся. У тебя карманы все торчат. Ты сейчас что, гулять пойдешь? Одень балоневые штаны. В тонких штанах все ходит. Надень балоневые теплые штаны. Не натянешь. Одень балоневый. Собрался идти гулять. Там хоть не холодно, но все равно не в таких тонких штанах надо гулять. Его не заставишь одеть. А ты вчера шапку повесил сушить? Да, конечно. На голове высох. Варежки сейчас бери. В карман их засунешь и пусть будут. Чё нет, Жень, давай. Лучше не беситься будем. Так ты говоришь, вы, может, на каток пойдете. У тебя свои вон коньки есть. Только их надо наточить. Там лезвие уже туповатое. А в парке там заточку делают. В том году там не делали заточку. Не делали. Они только свои там делают. И то не в том месте, они их куда-то отвозят. А именно там они не затачивают. Именно в парке нет. Ладно, Жень сейчас идет гулять. А я сейчас, наверное, чай попью. И буду готовить плов на ужин. Блин, надо было помидор купить, овощной салат приготовить. У нас там только остались эти, как они называются, огурцы свежие. Жень, закрой тогда мне. Огурцы свежие и болгарский перчик только.
Давай сейчас я тебе ложечку дам. Да, и будешь кушать. Так, Димочка у меня только проснулся. Так, давайте свет я включу, наверное. Сейчас будем с ним кушать и пить чай. Дай. Сейчас у нас чайник с тобой закипит. Праздники закончились, а значит, можно убрать наши праздничные бокалы. Я их только эти бокалы выставляю исключительно в праздничные дни. Так. Опа. Отправляются они на свою полочку. Надо мне на этой полке разобраться. У меня здесь на самом деле чего только нет на ней. Посуду, даже которой не пользуюсь. Чашек у меня очень много. Я вообще такой, знаете, как коллекционер чашек. Постоянно какая чашка понравится, часто покупаю. Я прям в последнее время себя контролирую, потому что уже их некуда девать. Уже накопила много. И вот посуду никуда не выкидываю, никому не отдаю, потому что все-таки впереди нас ждет глобальный переезд в дом. Так что все понадобится нам. Ничего выкидывать не надо. Так, сейчас налью черный чай. Вот этот, который сегодня утром заваривали с Женей. Пакетированный. Вот это я с дынькой. Женя себе с малинкой заваривала. Очень-очень вкусный. Но у меня просто вот в чайничке заварен уже такой чай. Надо его допить. Уже на самом деле давно не пила в пакетиках чай. Листовой пью. Так, все для Димы нормально. Сейчас достану профитролечки. Так, что с пловом? Сейчас посмотрим. Я его отключила. Я думаю, рис готов пропарить. Он сам по себе и так всегда, да, дольше готовится. Ну, сколько, наверное, минут 35 у меня стоял. Сейчас перемешаю. Я обычно его отключаю, когда готовлю плов. Он минут 10-15 у меня просто стоит под закрытой крышкой. Так, сейчас это, так сказать, макароны уже все. Морковь должна распасться, потому что я ее тонко нарезала. Сейчас при перемешивании она должна разойтись. Ну, в принципе, по виду уже все готово. Шейка-то она быстро готовит, что она и до этого ее тоже пережаривала. Что она должна приготовиться. Сегодня Сережа обрадуется, он любит плов. Что-то давно он нас тоже не баловал. Раньше вообще на самом деле Сережа нас только плов готовил. У него когда был выходной, когда мы вместе работали, у него был выходной, я иногда его просила, он готовил сам. Все, сейчас Дим суп сразу откажется есть, увидел. Дим тоже плов очень любит. Я вот так делаю, морковь как бы разрезаю. Тут какая-то морковь. Это, обычно ее перемешиваю, она начинает распадаться. А тут прям плотная попалась. И вот раньше Сережа только у нас плов готовил. А сейчас уже все расслабился. Я дома сижу, вообще ничего не делает. Надо ему как-нибудь поручить. У него очень вкусно получается. Я вообще, ну, люблю, он раньше, я его просила, там, и это, щи, вот, мне нравится, он из кислой капусты, Сережа варил, из кислой капусты и с тушенкой, не с мясом, вот, как я кладу, а вот именно с тушенкой, я первый раз, вот, когда начала с ним жить, попробовала такие щи с тушенкой, мне так понравилось, вообще, раньше никогда до него не ела тушенку, вот, когда с ним начала жить, что-то, вот, распробовала, на самом деле, вкус тушенки, раньше вообще никогда не любил, даже не пробовал, мне кажется, ее. У нас как-то, ну, мама никогда не готовила с тушенкой что-то. Вот. Ну, в принципе, нормально. Сейчас надо на соль только попробовать. Дима все застыл. Сразу ложку в сторону отложил. Уже ему не до супа. Кажется, суп я всегда успею. Чего? Ты плов хочешь кушать? Все, тебе дают. Как раз ему на тарелочку оставался куриный суп. Ладно, сейчас мама доест. Мама сегодня без обеда.
Сейчас Жене позвонить, спросить, что поехали они на каток кататься, нет. Так, ну что. Пробуем. Обычно я никогда вот так на самом деле не ложу, наверное, первый раз. Из тысячного раза, потому что я положила целиковую головку чеснока. Я обычно чищу и так вот зубчиками бросаю. Но Сережа любит в таком виде чеснок, вот за него только там сделала. А ты как макароны прям, да? Смотри, какие получаются. Какие червячки. Да. Можно разными цветами так сделать. И потом какой у тебя осьминог, да? Сделать. Красиво было. Я вот так вот шарик раскатываю ручками, смотри, вот так бери, раскатывай, держи, вот так, смотри, раскатывай ручками. Ты ежика хочешь сделать? Ежика надо побольше, давай тебе вот так. Дима, не надо так рвать. Сейчас мама тебе сделает само основание. Давай, вот так. Давай, а ты втыкай вот сюда. Вот такая спичка. Вот. Вот и сюда. У нас, я смотрю, формочки не все тут, да? У нас больше было. Там, по-моему, я видела в детском мире, есть помимо вот этих плейдо, как у нас пирожные, там есть мороженое делать. Жень, а какие там еще плейдо бывают? Мороженое, пирожные? Надо будет посмотреть, какой-нибудь вообще вот ему нравится. Давно, правда, я не доставала. Мы в основном так берем, там снеговичка лепим, но я кружочки делала, а он пытается их соединить. Либо вот ему нравится таких ежиков просто спичкой вот так втыкать. Да, только мы обычно побольше такой шар делаем, чтобы ему удобно было спички, там зубочистки втыкать. Надо будет посмотреть. Вот это плейдо у нас еще от Жени оно пришло. Жень, когда был поменьше, я ему покупала. У нас все по наследству передают из поколения в поколение, да? Жень, принеси еще спички с кухни, а то тут как-то мало осталось. Давай я тебе вот побольше сделала. Там, где хлеб на верхней полке, Аня. Мы так спичками не пользуемся, они так у нас лежат на всякий случай. Давай сейчас Жень спички, да, будешь втыкать.